Давайте я начну. Ну, мне, скорее всего, будет удобнее в форме вопросов, чтобы вы меня спрашивали. Но здесь мне пришли два человека, которые мне задали вопросы письменно. Я не скажу, что будет записываться видео. То есть меня потом посмотрят, и я зачитаю их вопросы. То есть вопрос от Журила. Надо разделять людей на созданных для бега и нет. Считаешь ли ты себя созданным для бега, если люди не созданные для бега? Если бы ты в 2006 году не на пробежку вышел, а, например, попал в тир, то возможно ли было, что ты бы к этому моменту был так же увлечен стрельбой, как сейчас бегом, или все-таки бег в себе? Я массу статей, то есть, ну, читаю, в том числе на подмеде, и обмениваюсь. У меня есть друзья, товарищи, которые в сфере спортивной науки. То есть я считаю и даже знаю, что есть люди, созданные для бега. То есть все-таки генетика определяет предрасположенность там, к выносливости, там, к силовому типу, не именно для бега создан. Но есть люди, у которых есть определенный набор генов, определенная конституция, там, ну, сердце должно быть здоровое, там, ноги должно быть две. А не созданные для бега, есть также масса генетических и нарушений у людей, и отклонений, там, если то же самое сердце, печень может быть слабая. То есть люди все-таки, ну, есть такие, которые не могут бежать, то есть физически в силу своего организма. Вот. Соответственно, есть как уникальные спортсмены, то есть уникальное сочетание генов, которые действительно могут на высоком уровне бежать. В том числе мне делали, я участвовал в одном исследовании, поскольку в Авдеевке, то есть есть такой аппарат Афиметрикс, набирает у тебя там целую большой шприц крови, туда засовывают вот этот аппарат, он называется Афиметрикс, и тебе полную расшифровку генов твоих выдают. Есть уже там 26 генов там выносливости, у тебя там смотрят, они у тебя определенные аллели, там, не знаю, там 15 аллелей у тебя присутствуют, там или 17, или 18. То есть, вот такой мой ответ. Насчет стрельбы не знаю, то есть мне как-то, ну, сфера выносливости больше нравится. Вот мой ответ. Дальше. Другие вопросы. Такое Копоч. Тест можно сдать в России? Да. Что? Такой тест можно пройти в России? Я точно не знаю, но я в рамках именно исследования был как испытуемый. Он, по-моему, стоит 2 или 2,5 тысячи евро. Но в России? В России я не знаю, есть ли он. А где он? Я делал в Авдеевке. То есть это на Курске находится физическая культура и спорта. По-моему, еще в Кюльне его делают, в Катаре, то есть где-то не спорт. То есть я не узнавал. То есть мне он был безвозмездно, как испытуемо он сделан. Дальше. Копач Константин. Дима, будет здорово, если ты возьмешь свои награды и медали с различных незаурядных стартов, если это, конечно, в твоих правилах. Спасибо. Я взял 6 медалей с московского международного марафона. То есть для меня традиция, то есть я независимо ни от чего, скажем так, отменяю соревнования, то есть ради, чтобы бежать в Москве, как горожанин, как москвич, человек, который здесь живет. Для меня традиция — это бежать московский марафон. То сейчас я с первого московского получил медаль, и вот чем я тоже дополнительно горжусь, то что я пробежал 6 московских марафонов. Я 6 лет подряд не смог это сделать. Я первый московский тоже пробежал. А с каким результатом? 3.02 я пробежал, 3.018. Дальше вопросы. Знаешь, что вы очень категорично... Это опять же Копач спрашивает. Знаешь, что вы очень категорично относитесь к бренд Vasics и бегаете в кроссовках только этого производителя. Если бы в качестве спонсора выступила другая фирма с условием использовать его марку, какую марку в качестве спонсора вы бы выбрали? Для меня уже марка не принципиальна, то есть я бы просто кроссовки, и может как-нибудь у меня будет время, пошью на заказ. К сожалению, в России нет брендов, то есть Asics там, или еще там какой-нибудь Salomon, или Salconi, Saiconi, появятся, которые будут по индивидуальной колодке шить на заказ. То есть тогда уже бренд не принципиальный. Когда приходишь, то и там с такого мокрый отпечаток делают, смотрят, измеряют и на заказ делают. Я бы просто на заказ пошел.
Если бы вы стали спортивным функционером, то хотя бы, третий вопрос, то хотя бы и министром спорта, туризма и молодежной политики, какому виду спорта вы бы оказали поддержку в развитии? Ну, я бы ликвидировал Министерство спорта, то есть я сторонник американская концепция, то есть там нет Министерства спорта на федеральном уровне вообще. То есть и министр спорта не существует. То есть все урегулировано само собой на местном уровне, общественными организациями, фактически, как, в том числе ваша школа. То есть, ну, каким-то снизу, скажем так. Если у вас по-настоящему тщеславная амбиция в спорте, что-то типа олимпийского чемпиона, но реализуемое. Здесь сложный вопрос, поскольку есть разные интересные вещи, которые мало кто делал, и их как бы повторить или превзойти. То есть, ну, на настоящий момент, к примеру, сегодня я читал, и вчера читал, изучал это перейти плато Путораны. То есть находится в Красноярском крае, то есть абсолютно дикие места, безжизненные, и несколько человек, ну там 10, может 15, его пересекали. Там от 600 до 900 километров, практически полная автономка, идешь 20-30 суток. Ну вот я как бы подумываю попробовать пройти или соло, или в двойке вот это плато. Ну, еще в прошлом году я думал заняться, может быть, греблей. Смотрел, есть общество международное океанских гребцов, то есть переплывают океаны. То есть там Индийский океан, Атлантический океан переплывают, даже в двойках, в четверках ищут команды, другие напарников ищут. Вот люди. Ну вот про это подумал. То есть, ну я не считаю, что это что-то типа олимпийского чемпиона. Ну, как бы такие гипотетические планы. О чем ваши статьи в Википедии, кроме статей о спорте? Ну, статьи, скажем так, у меня о спорте наоборот в меньшей степени, поскольку у меня цель была количество, то есть чтобы крутился счетчик. Ну, я в основном статьи писал о населенных пунктах, еще писал о фамилиях, об однофамильцах. Еще у меня были с военной энциклопедии статьи о вулканах. Ну, остальные как-то по мелочи были, что мне... Да, слушай, вопрос. Да, Дмитрий, а можно вот на этом месте подробнее, так интересно, как вообще пришла эта мысль про Википедию, с чего началось? А с чего у меня началось? У нас был одноклубник Жданов Виктор, и он умер в 2009 году. То есть он в нашем клубе АРСИ состоял. И первую статью для меня как бы увековечить память для него, поскольку Википедия на 5-м месте в мире стоит по посещаемости, это как бы основной сайт, который распространяет информацию, я написал статью про него. Взял и написал, для него, для меня была как память о нем. А дальше потихоньку, после этого постепенно все началось. Я погрузился, скажем так, в Википедию, то есть в это сообщество. Как люди пишут статьи, есть там определенный пласт людей, которые соревнуются. То есть соревнуются по количеству статей, это называется гонка. То есть соревнуются с другими википедиями, там, написать миллион статей, догнать английскую википедию, догнать итальянскую википедию. Поскольку, ну, у меня есть потребность соревноваться, я с этими... То есть как если захочешь бегать, можно какой-то коллектив прийти и начать бегать. То есть как будто коллектив. А поскольку у меня есть дурная привычка сильно на чем-то концентрироваться, я на этом сконцентрировался очень сильно, разработал алгоритмы, то есть ежедневно, каждый там час я на это тратил, то есть полностью автоматизировал, экономил секунды, как этой мышкой там двигать, то есть, ну, где-то систематизировал свои движения, вот, и просто я их как бы шлепал, штамповал, в том числе вот, на меня работала команда, которая этим занимается. То есть у нас несколько человек, которые... А были. Темы какие выбирают? Да. Населенные пункты. То есть в Википедии есть понятие имманентной значимости. То есть те объекты, значимость которых не доказывается. Это в первую очередь населенные пункты. Ну, сейчас мы осуществляем заливку населенных пунктов Казахстана. Вот. В Википедию я в том числе в ней участвую. Иногда я могу что-нибудь более сложное написать. И... более подробно. Последнюю статью о Жеке Фросте написал. Плюс я еще участвую в востоковедной неделе. То есть такой проект, я занимаюсь переводами статей на азиатскую тематику.
Ну, там же в основном про горы. Я побывал в Новой Зеландии, я несколько статей написал про Новую Зеландию. Там побываю в Швейцарии, то есть я про Швейцарию могу несколько пометок сделать там, или перевести с английской Википедии. То есть, ну, как-то переносить туда ту информацию, которую владеешь или обрабатываешь, чтобы вот это вот знание больше и больше становилось. Закреплять, в том числе про марафоны, сверхмарафоны. То есть у меня есть план, чего я должен написать, как бы так перманентно он передо мной. И я потихоньку их пишу, перевожу, в том числе напишу о московском марафоне, о Дисаблисе, можно сказать, о братьях Акансалах, мне необходимо статью перевести. Ну, подкапливаю где-то информацию, ее набираю и заношу в Википедию. На 18 сентября я уже написал 5000 статей, то есть вот у меня уже исполнилось. Поэтому догнать английскую Википедию. Да? А вот мы привыкли наоборот данные из Википедии брать, а получается, что вам нужно данные наоборот вносить. Откуда же эти данные вот эти получаются, то есть как ты их? Надо отрывать где-то? Да, то есть есть определенные правила написания статей. И по поводу пользования, я в большей степени даже вот учусь в этом отношении у англичан, но англосаксов, они очень сильно заряжены, вот и почему англичане на первом месте, потому что в Википедии они очень сильно заряжены на создание чего-то нового, то есть они сильно заряжены на постоянную экспансию, вот, то есть что-то писать, постоянно изобретать, придумывать, вот, в том числе благодаря Википедии я этому научился, что каждый день я вот когда встаю, то есть я знаю, что я должен сделать что-то новое, то есть неважно, что в профессиональной сфере, или в сфере какой-то такой волонтерской юриспруденции есть такой термин, как pro bono, то есть для добрых дел. Вот, то есть я должен где-то час-полтора на это что-то потратить. Вот. Ну, я, плюс до этого у меня еще был, где-то с год участвовал, есть такой проект, как восточная, сайт «Восточная литература». То есть это сканирование и перевод информации в электронный вид. Тоже восточная тематика, архивы, то есть можно зайти, написать письмо. Немцы, кстати, ведут, наши российские или русские, как их называть. И я сканировал различные документы, там, не знаю, какие, и переносил их в электронный вид. Потом натолкнулся на Википедию. То есть я периодически постоянно что-то делаю подобное. Вот. Чтобы больше было интересного, больше знаний было в свободном доступе. Понятно. Но все-таки 4200 статей за год. Это 13 статей в день. В любом деле есть свой алгоритм, то есть его достаточно понять, найти людей, которые хотя бы прошли этот путь или часть этого пути, и у них научиться, они что-то подскажут, и ты будешь действовать более эффективно. А сколько всего в российской Википедии? Насколько мы от англичан тех же самых отстаем? В 4 раза. В английской 4 миллиона 190, по-моему, 4 тысячи, в русской 1 миллион 45-46 тысяч. Но есть такой еще важный показатель, как посещаемость. Вот. Российская Википедия находится по посещаемости на 3-4 месте. Вот. Поскольку есть и накрутки статей, то есть недобросовестные Википедии, ну, в основном мелкие этим пользуются. То есть тоже свои проблемы. Есть понятие как показатель качества, то есть это глубина, поскольку статью можно 2 строчки написать, а можно написать 202 строчки, то есть более качественная статья. А есть 1000 самых важных статей, я тоже участвовал в этом проекте, написал 1000 основных статей, там, не знаю, Германия, Россия туда входит, Ленин, Билл Клинтон. Я написал, дай бог памяти, статью про лавины или еще про что-то. Сейчас есть 10 тысяч важных статей. Мы дошли до первого места, то есть все статьи написали. Есть еще 10 проект 10 тысяч статей. То есть 10 тысяч самой важной тематики. Сейчас мы обогнали китайцев, вышли на 6 место. Тоже там часть статей нужно переводить. Вот. И в том числе в этих проектах участвую. Ну, для меня это еще дополнительные практики. У меня английский язык достаточно средний уровень. Вот. Ну, какая-то дополнительная практика поддержания английского языка, поскольку основной источник, большинство какой-то уникальной информации, это, конечно, в английском языке. В основном я перевожу с английской Википедии. Поскольку у меня есть эта возможность, я в большей степени, может быть, писал бы и по русскоязычным источникам, но я это оставляю тем, кто не знает английский. Скажем так, какое-то знание обязывает к этому.
Хорошо, еще вопросы? Можно еще? Как связываться ваша работа, ваша профессиональная деятельность и ваше увлечение, ваш бег? Ну, на работу где-то 8 часов у меня как бы стандартно, я это и трачу. Но у меня работа, она тоже гибкий достаточно график. И что приходится на ней? И что вы на ней делаете? А я юрист, в основном по судам хожу, то есть я судебный юрист. Вот. А какая практика? А в основном хозяйственная и суды общей юрисдикции. То есть, ну, за что люди платят. А когда вы держите в этом? Вечером его будет писать, когда пришел домой. Тогда вопрос, когда бегать. А тогда бегать. Нет, он уже вечером. Бите вообще. Сплю 7-8 часов сплю. Ну, я с работы пришел, ну, допустим, в 7 вечера. То есть, ну, 2-1,5-2 часа я побегал. Дома я в 9:30 сажусь за компьютер, за интернет. А вы не спрятаетесь? Я себя отучил от этого специально. То есть это пустая трата времени. То есть я абсолютно на развлечения ничего не трачу. То есть ни кино, ни театр, вообще ничего не трачу? Нет, в театре ни разу не был. В 9 классе водили с экскурсии в театр «Оперетта». Мне казалось скучным, и все, больше не было. А если какие-нибудь интересные фильмы, ну, бывает, я скачиваю в торрентах. В кинотеатр не хожу, это тоже не на самом деле. Жду, когда на торрентах появится, я тогда скачу. А с друзьями там? Пару раз был замечен на концертах. Ну, я как раз мимо пробегал. У меня, знаете, к вам какой вопрос? А раз затронули тему принципов, вот два принципа вы уже озвучили, можете озвучить еще какие-то, ну, такие ваши приоритеты жизненные, которых вы придерживаетесь? И еще раз повторите сильно сложный вопрос. Ваши жизненные принципы и приоритеты. Ну, сейчас подумаю. Ну, в первую очередь, это юриспруденция, моя профессия, мне нравится. Спорт, ну и другое направление, скажем так, назовем, личная жизнь. То есть, ну, я про нее публично не рассказывал. Спорт, юриспруденция и личная жизнь. Три вещи. Секунду, я ответил на вопрос или я неправильно понял? Про приоритеты вы ответили, а про принципы? Я их не формулирую. Ну вот вы что, чтобы вы только что два формулировали. Ставят от времени. Есть еще какие-то такие принципы? Я про это просто не думаю, их не формулирую. Но я к этому как бы постепенно пришел, то есть мне нужно высвободить время по что-то. Я не принципиальный противник развлечения, мне постепенно перестало это быть нужным. То есть я себе специально не запрещал, я даже не сторонник запретов, поскольку в один прекрасный момент можно там, скажем так, сломаться и там. Вот вы сказали, ходите ли вы смотреть фильмы. То есть, ну, там, не знаю, 10 лет назад, к примеру, я в кинотеатре там, ходил там, раз в месяц. Там, 9 лет назад там, я 9 раз. Вот, и это постепенно со мной, как-то само собой отмерло. Вот, то есть я не специально себя отучал, запрещал. То есть, ну, как-то вот, перестал все. У меня нет потребности в этом совершенно. Ну, то есть, ну, вот так. И даже, да, слушаю. Вы говорите, что начали бегать в 2006 году. Да. А что вообще вот послужило толчком и почему? Толчком? Вы говорили о выносливости, да? Что именно вас там в сторону бега подтолкнуло? Ничего внезапного такого не было, там какого-то критичного. Там, ну, вот, насколько я знаю, там, похудеть, то есть я толстым никогда не был. То есть, хотя, когда я не бегал, у меня вес, ну, там, 100-105 килограмм был, но на мой рост это не принципиально. То есть я поплачу был. То есть никаких заболеваний не было. Ну, как-то что захотелось внезапно, ну, может, как какой-то такой ореол у бега, там, доступности, простоты, может, других людей видел. Ну, какой-то такой не толчок, ну, что-то малюсенький был толчок, поэтому вышел и пробежал. Вот. А опять же, возвращаясь к привычке консультироваться, пробежал сразу. Там, стал искать литературу, где это, про это написано, и буквально там, через неделю или через две я нашел книгу Черткова «Бег в помощь». Там я уже прочитал про марафон, про марафоны, про как готовиться. Мгновенно себе поставил задачу пробежать так же, как он, марафон за
100 дней. Вот. И все, уже сразу я перешел на систематическую подготовку. Вот. Плюс перманентно, то есть я еще ходил на тайский бокс, катался на велосипеде, то есть, ну, это был 2006-2007 год. А в 2008 году я это уже как бы отбросил. В регби ходил, играл. Вот. И в 2008 уже начал более целенаправленно тренироваться, там по 5 раз в неделю где-то. Сколько вам было лет тогда? Я 1 ноября 1979 года. Дмитрий, а может быть в школе занимались бегом там, или как-то вот, были какие-то там такие склонности вот, именно к длинным дистанциям? Никогда, абсолютно не бегал. То есть до этого я сдавал, по-моему, на первом курсе за 96-м году, когда я поступил в вуз, трешку сдавал, то есть 10 лет, то есть я вообще не бегал. А как вообще результаты были в школе? Там пятерки, четверки или тройки? По физкультуре? Нет, я трешку бежал второй или третий, по-моему, всегда и в школе, и в вузе при сдаче зачета, ну, в группе. А быстрее меня убежал только парень, он был МС по лыжникам, и еще один у нас был, такой, то есть я второй или третий бежал, вот, трешку. Но результатов я даже не помню, но ничего не могу сказать. То есть бегать я начал поздно. Какие еще книги о беге можете порекомендовать? Те, которые вы читали, может быть. Все прочитали, которые на русском языке. На русском языке их там 10, по-моему, 15. Ну, вы все прочитали. Хотите. Да, я все прочитал сразу. Ну, нет такой, который самый запоминающийся, может быть, самый нравится, который вы хотел бы перечитать. В первую очередь все читают, первое, что гуглится, это Гордон Пей. Ну, да. Все 95%, 90% начинают там швец, я бегу. Марафон, там Миллер, по-моему. Лидер еще. Лидер, да. То есть вот их можно прочитать за месяц или за два. Поэтому нет того пласта знаний, чтобы что-то выбирать. И сейчас Иванов там несколько книжек там новых напечатал, переводы их прочитать. Ну сколько их всего? 20. Ну серьезные тренировки там на выносливость. Ну, 20 или 25 всего их. Поэтому прочитайте себе. Вот и все. Какой-то вот этот базис, бэкграунд, который существует на русском языке у вас будет. Вот. И все. Ну, вот. А автономные походы, это вот что такое там? 600-900 километров. Это туризм. Это туризм шестой категории сложности или не категории. Все с собой или там улиток ловить нужно? Все с собой. Но затраты на улиток это лишнее время. То есть хотя я считаю это нерационально. Хотя там ружья берут каких-то зайцев. А то есть там еще и на время это все проходится? Ну, в большей степени даже для себя. То есть спортивный туризм, там все-таки есть такие стандартные маршруты, там шестая категория сложности, там, не точно не помню, там 180 километров нужно пройти там за 20 дней. Вот. А есть более уже не категорийные маршруты, которые нужно пройти вот быстро, даже где-то для себя. Вот. То есть, ну, я приблизительно смотрел, ну, для меня на моем настоящем уровне. Пятая, шестая категория сложности вот, у туризма, ну, даже они мало интересны. То есть я устану, мне будет тяжело, но я не подойду близко к своему там, пределу. Там люди идут 10 километров в день. Там пятая категория, там 90 километров. Ну, я могу взять легкий рюкзачок и пробегу их за двое суток. А люди две недели идут, что-то. Ну, пусть за трое суток я пробегу. А в туризме, что мне нравится, я называю это отрицательной обратной связью. Чтобы идти 10 дней, они там берут там, котелок, берут топор, там, рубить дрова. Вот. И чтобы это все нести, берут там толстую палатку, чтобы там, жить в ней долго. Чтобы, вот это, чтобы все это нести, берут еды там, килограмм в день. То есть то же самое можно пройти, пробежать там, за 3 дня. Вот. С каким-то минимумом еды, там взять спальник и взять не палатку, там, а тент, как можно думать просто. Вот, то есть я сторонник этого подхода. Дмитрий, а сколько нужно еды там и вообще там, вещей с собой на 900 километров, например? Ну, 3 дня, я понятно. Я еще не знаю. То есть мне поэтому интересно, что я это очень 3 дня, 40 метров в день, понятно, пробежал. Последний из участников умер от голода. Я читал. По
я, для меня это не посланное, поэтому мне интересно. То есть я нашел программу даже на весь. Вы готовитесь сейчас к этому записанию? Не готовлюсь. Это сами спросили. Это как бы амбициозная такая цель, которая потенциальная. Не дошел. То есть я к этому даже еще не готовлюсь. Я не знаю, что я хотел, может быть, попробовать в прошедшем году. Но я еще к этому не готов. И даже, может, я не сейчас, я, может, даже не решусь, поскольку там какие-то технические нужны знания, организация переправ, вот, это знает даже, не знаю, там, второразрядник, третьеразрядник, а я не знаю, как переправы через реку организовывать, через Бухну. Вот, то есть я могу, реки, может, снесет, и все вроде на камень. То есть я просто еще даже технически не готов. Сейчас вот. Прошу. А не могли бы рассказать о, ну, мы говорим там о будущем, о будущих ваших достижениях, немного не могли бы вы подробнее рассказать о ваших прошлых достижениях? Мы все прочитали превью к этой встрече и про пустыню, и, я знаю, Iron Trail, вы, да, участвовали? Да, я участвовал. Вот. Да. А не могли бы вот выделить какие-то, я не знаю, там, 3-4-5 гонок, ну, возможно, знаковых, или тех, с которыми вы хотели поделиться, и немножко просто подробнее рассказать, что это были за гонки, чего вы достигли, почему вы их выбрали. Ну, просто там... Да, давайте тогда я расскажу про последнее, где участвовал, и KMB. Я не, еще в интернете не печатал впечатление, это, ну, была. То есть вот там трейл Human Blanc. То есть это самая такая знаковая гонка, которая считается трейлом. Проходит вокруг Шумани. Супер организованная, супер большое количество участников, то есть высоко тренированные участники. И основная вокруг Монблана 168 километров. Стумили, там порядка 9600 метров набора. Я под, чтобы пройти, нужно, должна быть у тебя квалификация. Нужно набрать 7 очков. Я квалификацию прошел. То есть каждая гонка имеет свои баллы, от 1 до 4. Там от 50 до 70 километров у тебя 1 балл набираешь. 2 балла набираешь там, по-моему, до 90 километров, если гонка. 3 балла набираешь до 110, если там не 110 или 124 километров. Это 7 баллов набрал. Вот. Но лотерею я не выиграл. 68 я подавал в декабре 2013 года. Если ты не выигрываешь, тебе предлагают две более коротких гонки. Это ТДС и ЦЦЦ. ТДС — это из Курмайора, из Италии, бежать в Шамони во Францию. А ЦЦЦ — это наоборот, из Шамони бежать в Курмайор. Как бы две таких половинки, грубо. Вот, я выбрал ТДС, это 119 километров и 7250 метров набора. Бежать из Курмайора в Шамони, из итальянской части. Подробнее рассказываю, что мне понравилось. Это, конечно, хорошая погода. Если сравнить с Iron Trail, где мы первые 24 часа были дождь от 0 до 8 градусов, то есть ты, да, борешься дополнительно с природными условиями, это, да, немножко по-другому воспринимаешь, но у тебя нет времени просто там посмотреть лишний раз на сторону. То есть когда хорошая погода и трейл, ты в первую очередь еще дополнительно будешь с Альпами. Альпы — это очень красиво. Никакие никогда ни ролики, ни фотографии, ни видео никогда не передадут, когда ты их полностью вживую видишь. То есть была хорошая погода. Я на ТДС действительно посмотрел 119 километров, посмотрел и любовался Альпами. Вот что мне дополнительно понравилось. А дальше, что мне понравилось, это большое количество участников. То есть когда ты стартуешь в 1600 человек, там 2000 человек бежит, это, ты, если участвуешь в нескольких марафонах, это немножко все равно другое ощущение, когда ты бежишь среди 50 человек, когда ты бежишь среди 2000 человек. Вот. И когда 2000 таких же, как и ты, еще тренированных, это ощущение сопричастности вот большой массе. И у вас, чем дальше вы будете бегать, это у вас будет постепенно расти. Если ты марафонец, других марафонцев, там, если там всех посчитать по всему миру, то, там, не знаю, там 20 миллионов наберется, а ультрамарафонцев их всего 400 тысяч. То есть это у вас ощущение сопричастности будет постепенно все больше. В первую очередь я его в большей степени испытал это на НДС. То есть это 1000 человек, которые могут не марафон пробежать, а которые могут там 250 километров пробежать. Уже другое чувство как-то вот этого сродства душ или мировоззрений.
вот это было. Что еще было? Если по техническим таким вещам, что мне не понравилось? Ну, мне до сих пор это не нравится, это бег вниз. То есть вот очень сильно психологически расстраиваешься, когда ты идешь в горе, обогнал 20 человек, там у тебя язык на плечо, ну, за счет выносливости, за счет сердца, там идешь какой-то тренированности, а когда вниз, тебя начинают прошивать там дедушки, бабушки, девочки, вот. То есть это сильнейшее, даже где-то обиды на себя, на свою хилость, что, не знаю, там в Москве нет горы, там, не знаешь, там, чтобы отсыпать эту гору хотя бы 500 метров будет высотой, это гора, куда нужно забегать и тренироваться. Вот это у меня было чувство. Какое еще у меня было чувство? Дополнительное. Хороший фонарик Васка. То есть он всегда радуется. То есть, приятно, когда имеешь хорошую вещь, ты ей пользуешься. И когда навстречу тебе кто-то смотрит, он у тебя отворачивается, поскольку ты его ослепляешь. То есть, такое ощущение было, не совсем хорошее, но вот когда ночью у тебя хороший фонарик, ты посветил, все отвернулись, он тоже почему-то приятный. Вот. Другое чувство у меня было. Был перегон, асфальт уже, мне не хватало акклиматизации, но когда я спускался на 1000 метров вниз, последний перегон со 110 по 119 километр асфальтовый, то есть казалось бы, у меня нет сил, там рюкзак, я показал на этом перегоне в конце гонки 48 результат я пробежал, то есть по отсечкам, хотя у меня всего было 294 место, не хватило акклиматизации. Какой еще хороший такой... Интересно было сравнить Швейцарию. Вот. Поскольку я 3 недели назад участвовал в Швейцарии, Рантрейл, вот бежишь по Швейцарии, все горы усыпаны домами. То есть пятачка свободного нет, вот это такое стадо коров добродит. Там, значит, там тут сыр делают, еще то есть. Бежал по французской части Альп, но на те же самые 119 километров, ну раз 30 меньше бродило коров. Швейцарцы вот настолько они вот въедливы, настолько со своего все используют, выжимают. Итальянская часть, так, какой-то там грустный пастух бродил, вот, одно стадо коров видел. Вот такой вот нюанс. Ну, спросите точнее еще что-нибудь. А как это вот, ну вообще, вот, можете рассказать теперь о моральной и физической подготовки, потому что 3 недели, я так понимаю, это очень короткий промежуток между Iron Trail, где вы не так успешно, но долго готовились к нему. Да, поэтому я всегда делаю старты, дубли или 2-3 дня, поскольку, чтобы не было психологического сбоя потом. То есть это у меня тоже есть опыт, например, когда делаешь один главный старт, и по каким-то причинам не... Получается, есть психологическое выгорание, ты опять должен снова себя восстанавливать, настраивать, поднимать мотивацию, поэтому теперь я сразу 2 старта планирую. Потому что если я на первом провалился, я доберу на втором. То есть это мой как бы опыт это показывает. Вот. То есть я специально так стал делать. Теперь я планирую по 2 старта, чтобы не было такого. В случае неудачи где-то реабилитироваться для себя. Хорошо. За каким интервалом по времени? В идеале с 2-недельный старт, поскольку неделю где-то можно, ну, какие-то мелкие травмы, там, живот не становится, а 3 недели, это уже, я считаю, предельным, поскольку можно организм, ты вышел на пик формы, за 3 недели он успевает опять свалиться в яму, начать восстанавливаться, какие-то другие компенсаторные механизмы запустить, то есть ты уже не на пике формы, а в функциональной яме. Но поскольку так... график, календарь был сложившийся, и пришлось бежать через 3 недели. А так в идеале, если главная цель, то у меня есть 2-й всегда запасной старт, на котором я добираю, и также вам советую. То есть я сериями бегаю. То есть у меня основная серия 3-4 месяца я тренируюсь, потом соревновательный месяц, то есть я собираю старты, у нас начинаю опять отдыхать и выхожу на новый пик формы. То есть у меня цикл 4-месячный. Вот. Поскольку дольше 4 месяцев опять сложно себя без соревнований поддерживать свою мотивацию, то есть держать себя в каком-то напряжении, ну, это все равно усилие заставлять каждый день выходить на тренировку и прочее. То есть
концентрироваться вот именно на результативных соревнованиях психологически. Поэтому и больше 3 месяцев я не готовлюсь к старту. Вот. Лучше на рывке, да? Скажите про НДС. К чему решили пойти? Что чувствовали во время НДС? И я слышала, что хотите пойти еще. Да, я тоже хочу пойти еще, возможно, улучшить свой результат. Но я, опять же, пока окончательно не решил еще, пойду ли я НДС. В 14? Да, в 14, потому что мы уже в 15 году. Мне уже на НДС нужна дополнительная мотивация. И я знаю, что в топ-50 я уже попаду. Вот, в топ-10 я не попаду. То есть, такие вот рубиконы. Я хотел с другими, кто сильными, тоже побежит на 14 год, поспорить, может, кто-то там обгонит, но они не хотят со мной спорить. То есть у меня нет побежит, опасаются. Вот. Поэтому у меня МДС пока к вероятным стартам относится. Ну как доказать? 14 года. В этом году. Что чувствовали? Что переживали в то время? Переживал. Сейчас я спрошу. Переживал. В первую очередь, я переживал тому, чему не нужно переживать. То есть восприятие было все-таки ложным. То есть есть некий такой стандарт, и когда я вышел уже на старт, привезли в эту пустыню, я перестал переживать, поскольку совершенно оказалось все по-другому. Есть некие стандарты, пиарщики или кто снимают, отображения в каких-то там фотографиях. То есть Сахара — это пустыня. Вот, и смотришь ролики, это все пустыня там и прочее. То есть, если вы посмотрите ролики про трейл-раннинг, то всегда будет гора или вверх, или вниз. Но там есть асфальт и участки. То есть, я бежал 9 километров по асфальту. То есть, асфальт вам никто не снимет. Вот. И даже нужно все равно к асфальту готовиться. То есть, ночью трейл-раннинг вам не снимут, что ты идешь ночью по тропе, ничего не видно. Поэтому, я когда смотрел ролики, другие рассказы, у меня представление было, что только типа пустыни. Вот, я готовился к пустыне. Вот, хотя там есть другие участки, там и каменистые, нужно в большей степени даже готовиться к камням, чтобы на них не споткнуться. Вот, то есть вот те предположения оказались немножко другими. Вот, и если вы даже в мои там отчеты посмотрели по тому же трейл-раннингу, нужно готовиться опять же к глине. Трейл-раннинге что? Вот я даже моя ошибка, я рассказал про ТДС, который первый начинал. Такие хорошие тропы, видишь там вот этот мелкий камень, каменистую тропу, что только каменистая тропа. А на ТДС я чуть не улетел. У нас было 400 метров спуска 80%. То есть привязанная веревка. То есть это не показывают. То есть есть вот такие вещи, нюансы, которые не отображены письменно, не отображены зрительно, но они очень существенно, влияют на результаты, влияют на твою подготовку. Или глиняный спуск в дождь 7 километров. То есть должны быть шипы. Но грязную глину, когда ты по ней спускаешься, тебе в роликах не снимают, тебе про них организаторы не пишут. То есть есть какая-то вот картина, как благостно, то же самое с МДСом. Вот. Я готовился только к песку. Думал, что будет только песок. А страхи этого песка, что стереть, натереть. Вот. Страхи солнечного удара все рассказывают, что будет там солнечный удар. Вот. У меня не было солнечного удара. И песок даже, я сейчас даже немножко возвращаясь назад, пробежал эти там 8 километров по песку, остановился, вытряхнул его. Вот, то есть вот такие вещи. Готовиться к десантусу все-таки в первую очередь нужно большим объемом бега. Вот, если кто здесь выигрывает тот, кто есть восстанавливаемость организма на следующий день. Поскольку есть люди с пиковой, я не знаю, есть ли термины такие, но я для себя и вообще называю их с пиковым результатом. То есть человек однократно может показать какой-то результат, там выдал и все, а на следующий день он в лёжку ложится. Вот, не может ходить, у него что-то болит. То есть этот человек не для ультра, не для сверхмарафона, не для многодневок. То есть какой-то процент падения результата у тебя есть на следующий день. У кого-то 80%, а у кого-то
там, может быть, 99%, или 2%. Вот в МДС выигрывает тот, кто хороший восстанавливает. Чтобы на второй день ты опять должен этот результат показать. На третий день ты еще должен пробежать. Бежать как по марафону. Вот, ну, те, кто бегал марафон, тебе нужно пробежать 5 марафонов. А на четвертый день ты должен пробежать 3 марафона подряд. Вот. И насколько у тебя этот результат упадет, это будет зависеть вот от твоих тренировок. Соответственно, сейчас у меня, вот я пока планирую, как готовиться, я полностью пересмотрел свои тренировки и буду готовиться имитацией. То есть, чтобы организм именно привык. Что я подразумеваю под имитацией? То есть, если нужно бегать 5 дней 250 там, километров, то, соответственно, так и нужно готовиться. Ну, можно какой-то лаг пропорционально уменьшить. То есть, понедельник, вторник отдыхаешь, в среду бежишь 38 километров. Первый этап МДСа. Во вторник бежишь 30 километров, второй этап МДС, среда, четверг, в пятницу бежишь 42 километра, третий этап МДС, в субботу делаешь длинную тренировку, 80 километров, это четвертый этап МДС, и в пятницу, в воскресенье бежишь пятый день, пятый этап МДС, 42 километра. То есть я сейчас сторонник вот такой тренировки, бегать имитацию, чтобы организм привыкал, вот, такой последовательности нагрузок, ну, можно пропорционально уменьшить там, на 20%, на 25%, именно на эту вещь. И раз в 4 недели эту неделю делать на 2000 калориях. Вот. То есть, если я буду готовиться опять к МДС, то есть у меня будет январь, у меня будет февраль, у меня будет март. Я буду готовиться вот так, по марафону Лиссабона. То есть критично все-таки не вас, а я первоначально исходил, хотя мне это помогло, хотя я натренировался, но не факт то, что помогло сейчас, это было самым эффективным путем. Я исходил из того, чтобы не забились ноги, не стереть там песка, чтобы стопа была более укреплена. Да, это пока было правильно, но сейчас я вижу ключевой момент это восстановление, поскольку выигрывает тот, кто не капнул на четвертом этапе на длинном. Больше результат. То есть ты, да, ты пробежал на этих этапах по 3-3,5 часа, а на четвертом этапе ты все уже слил. Я бежал в 30-ке, первый, второй, третий, а на четвертом этапе я прибежал в 50-м. И там ты теряешь уже часы. А на марафоне я финишировал на пятом этапе, на последнем, 150-м. То есть я просел уже на четвертом этапе. То есть моей скорости восстановления моего организма хватило только на 3 первых дня. То есть такого не должно быть. То есть нужно бежать равномерно. Вот вопрос про подготовку к МДС. Да, слушаю. Дмитрий, а вот к МДС подошли. Я еще знаю, что ну, тут тоже была встреча с Владимиром Волошиным. Он тоже его бежал. И он рассказывал, что вы взяли с собой кусок сала, и он у вас там растаял. Да. Ну я исходил опять же из того, что критичен вес. Вот, оптимум. Здесь нужно думать, то есть, чтобы нести этот килограмм, ну, 14 тысяч калорий. То есть вот ты должен взять 14 тысяч калорий, его можно взять 4 килограмма, можно взять 5 килограммов, можно втиснуть в эти 14 тысяч калорий там, 2 килограмма попробовать. Поскольку 1 грамм сала это практически чистый жир, это 9 калорий, я исходил из этого. Вот. Но сейчас, если бежать, я все-таки больше вклад протеины. То есть нужен именно протеин, и ощущение хочется мяса. Темп все-таки достаточно низкий, то есть углеводы можно чисто, ну, чуть-чуть взять. То есть может каких-то протеиновых батончиков взять, или мясо сушеное, вот это вот, чтобы именно мышцы восстанавливались. Получается, вы не ели 6 дней? Не сказать, что не ел. То есть там какие-то огрызки у меня с первого этапа оставались, там Волошин чуть подкормил. Ну, я сейчас даже этому рад, поскольку это меня на другой уровень вывело и сильно перековало, что меня это не сломало, а как бы перековало. И разогнало у меня и обмен веществ, и отодвинуло мой дальше предел. Вот. То есть, ну, получается, взяли только одно сало, и оно у вас испортилось, да? Нет, у меня еще было, у меня еще шпанелочи было. У меня было, я взял сухого детского молока, витаминизированную упаковку, и у меня был сахар, я взял витамины у меня были, то есть у меня была мелочевка. Плюс у меня на саму дистанцию гели были, то есть я бежал гелями, питался.
То есть я, можно сказать, был впроголодь. То есть чуть-чуть у меня было еды. Но это было, может, 700-800 калорий. Вот. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, как готовились к марафону Элисабет? То есть какая программа тренировок была? И сами вы разрабатывали для себя или кто-то помогал? Я разрабатывал сам. Ключевой момент, я беспокоился, чтобы не забились мышцы ног, икроножная стопа, поскольку бежать, я думал, бежать 38, все 38 километров по песку, и я до этого бегал по песку, когда ездил на ноле, то есть именно забивается нога, у тебя ощущение, что ахилл прямо отрывается от, там, от ноги, то есть мышцы все забиты, ты просто не можешь бежать. Самая длинная дистанция тренировка, которую я делал, 56 километров, я пробежал по песку. Я был в Евпатории, делал такую тренировку, но и поэтому я бегал по снегу. То есть основная моя подготовка, это да, нужно делать. И в том числе поэтому и Володя Волошин, и другие, кто участвовал, они все просели, они бегали на беговой дорожке. Вот. У них забилась стопа, поэтому они 300-500 стали. То есть они в первый день, у них просто стопа, мышцы забились, они не смогли толкаться. Даже на тех участках песка, и фактически у них свелось к пешбегу. Поэтому у меня довольно-таки большой разрыв между Волошиным, Киселевым и Маркиным на местам. Волошину 384-й, они там 700-800-й, а мне удалось попасть в топ-50. В том числе за счет того, что да, я, конечно, не забил бы эти ноги. То есть я бегал по снегу. То есть это хоть какая-то имитация была песка. Вот. И я старался держать объем 100 км в неделю. То есть вот у меня два было базовых вот этих принципа. А третий принцип, который я положил в основу тренировки, опять же, я тренировал выносливость, это делал сдвоенные тренировки. То есть две длительных. Делал суббота-воскресенье. Вот и все. А были какие-то интервальные тренировки или тренировки? Нет, там, на базовой скорости? Нет. Только вот бег, объемы. Только объемы. Поскольку так... В каком темпе? 6 минут. 6-6.30, ну посмотрим, там 7 минут больше не покажешь. То есть на МДС лидеры, средняя скорость у лидеров МДС там 6 минут на километр. То есть там быстрее просто не побежишь. Жара сильно влияет на то, что темп достаточно низкий? Или как вообще? Как переносится такой солнце? Смотрите, то есть у меня с жарой не было проблем. Вот. То есть я не считал и до сих пор не считаю это критичным. Если она не больше 50 градусов. Вот. Если больше 50 градусов, тогда уже тяжело, да, действительно. Нет, там на влажность надо смотреть. Если влажность низкая. Там низкая, там 8-10% влажность. Потому что пустыня сухая. А попить там, то есть есть какие-то пункты питания там есть? Есть, да, есть пункты питания, воды достаточно. Единственное, где мне действительно, я могу сказать, меня поставила жара, это высохшие озера. То есть ты. И в чем не самое интересное, бежать по Сахаре, это вот взять даже вот наш подмосковный рельеф и вот поджаривать там 50 лет. То есть вот эти убрать все деревья, убрать это полностью всю выдуть землю, и вот это все остается. То есть ты видишь, какая земля, как бы как скелет земли ты видишь. Вот. И были высохшие озера, а они ограничены холмами. И там просто как бы парит вот такая чаша. То есть и вот там меня, я действительно почувствовал жару, то есть это вот такая духовка, которая тебя просто высушивает. Вот этот участок, дай бог памяти, где-то 3-5 километров меня очень сильно накрыл, поставил. Вот. И я после него пешком шел часа полтора, себя приходил. Вот. Вот там я почувствовал жару. А так, когда вот 38-40 градусов. Ну, нет ощущения, что жарко. И объективно, я потом еще тоже, у меня была ошибка, у меня сгорела шея, вот здесь сгорела полоса на лбу, поскольку зимой я, как правило, с более длинными волосами хожу, а здесь я перед МДС подстригся, ну, чтобы пот лишний, то есть вот копна волос, это, естественно, хуже, там, или там, плюнул, протер, вот, какой-то короткий волос подстригся, и вот не загоревшие места у меня не сильно обгорели и потрескались. Вот тоже была ошибка. Плюс я еще существенное, что я считаю, использовал для адаптации к жаре, я ходил в солярий, чтобы не обгореть. Все в нашей группе, я это не афишировал,
поскольку не знал, правильно или нет, но все в нашей группе руки обгорели там и прочее. То есть я реально, то есть у меня вот этих проблем вообще не было. Может, это дополнительно для меня повлияло, что у меня не было дискомфорта в жаре. То есть я 20 раз ходил в солярий по 8, что ли, внутри по 9 я ходил. Перед, специально перед МДСом. То есть я туда загорел и поехал. Вот. Это в том числе подготовка. Последний вопрос, наверное. Как вы считаете, можно ли тренировать вот, восстанавливаемость? То есть, когда делали длинные тренировки, то есть, грубо говоря, побегал там марафон, да, и можно ли тренировать быстрое восстановление, чтобы за 4 дня быстрее восстанавливаться, чем вот. Это развиваемая способность, либо это развиваемая? Я согласен, что это развиваемая способность. Организм нужно обучать. Я не знаю тоже, есть ли ученые или спортивная наука, но мое мнение, как сказать-то, сейчас попробую сформулировать мой опыт. Если я пробежал завтра, к примеру, марафон. Вот, пробежал я марафон, на следующий день я бегу еще марафон. Чтобы его пробежать эффективнее, организм там вот какие-то гормоны должен там запасти или начать синтезировать, или еще что-то, по-другому как-то переваривать. То есть вот это у него что-то, какое-то свойство есть. И если он, скажем так, в кавычках ставим, знает, что я марафон, бегу или планирую, он начинает настраиваться или подстраиваться. И как-то по-другому себя мобилизует. Если вот так же тренироваться, то это будет быстрее. Вот. Если он знает, опять же, что, скажем так, в кавычках, знает, что ему это не бежать, а сделать легкую тренировку 5 или 10 километров, то происходит откат назад. Он переходит в другой режим, переключается из соревновательного в восстановительный режим, и себя не растолкать. С годами бега, с годами тренировок, это все начинаешь точнее чувствовать себя субъективно. То есть ощущение себя начинает все тоньше и тоньше появляться. И все. То есть я даже думаю, это есть. Ну, это я не знаю, как называют спортивную, но, скорее всего, мобилизация какая-то наш организма, вот, адаптация. То есть скорость восстановления тренируется однозначно. Вот. Хорошо, еще вопрос. А вегетарианцы есть среди ультрамарафонцев? Есть вегетарианцы. Ну, мое мнение к этому довольно-таки скептичное, поскольку я знаю вегетарианцев, которые сначала стали ультрамарафонцами, а потом постепенно пришли к вегетарианству на каком-то этапе. А такие, чтобы вегетарианцы, изначально ставшие крутыми ультрамарафонцами, я не знаю. Вот. Ну, достаточно на серьезном уровне. Хотя есть люди бегают, я принципиально не отрицаю, и даже на себе ставил 10-месячный эксперимент. То есть я исключал, ну, был, скажем так, лактовегетарианец. Но пришел к этому отрицанию, у меня сильно упал гемоглобин до 109. Вот. И поскольку я в плане эксперимента сделал, ну, как это повлияет на тренировки, ну, что там, на здоровье, самочувствие, причем самочувствие субъективно хорошее, но через 50-60 минут ты начинаешь как бы капать на любой тренировке. И я даже не смог бегать длительные, я перешел на двухразовые тренировки, то есть я бегал утром, вечером, я готовился к суткам, то есть по-другому бежишь, но можно на каком-то среднем уровне держаться, бегать, я думаю, и вегетарианцем быть, вот. Ну, быть финишером, то есть это ультрамарафон, вегетарианца не исключает, но это намного тяжелее и тоньше, нужно будет себя настраивать и на какие-то дополнительные усилия предпринимать к питанию, к витаминам, то есть час тратить там на подбор, больше жевать чего-то нужно, вот, там, или пить. То есть я пришел к тому, что это неоправданно. И обратно вернул в рацион мясо. Вот. То есть вот так. Сам по технике, какой техникой бегаешь? Я бегаю с пятки, то есть считаю, что правильный перекат с пятки, отработанный, до 4 минут на километр темп он беспроблемный. То есть вот. Если учиться бежать быстрее 4 минут на километр, уже можно начать как-то с носка экспериментировать. Ну или думать, или если поставить на технику. Но я чистый пяточник. Ну вот когда вы 10 из 40 вбегали на Adidas Energy вроде точно было, так. Да? Да, я в стопе уже бежал. То есть я бежал. Не спят, нет, это плашмя ставил.
То есть, ну, если быстрее 4 минут, на десятке я уже бегу плашмя, вот так топая, скажем так, ногой. Вот, не без переката. А когда вот этот переход, ну, с одного, с одной техники на другую, он как-то отражается или нет? Ну, мне его нужно сознанием контролировать, скажем так. На автоматизме я бегу, я даже себя ловлю. Вот, я начинаю бежать на стопе, бегу на стопе, что-то там задумался или куда-то посмотрел, раз, у меня организм мгновенно переключается на спятки. Uh-huh. Вот. То есть мне это сложнее, поскольку я должен сознанием контролировать. А так паттерн движения беговой у меня отработан перекатом. То есть я бегу с пятки. Ну, для ультрамарафона это, в принципе, То есть проблем нет таких, да? Вопрос? Да, у меня еще к вам, знаете, какой вопрос? Скажите, пожалуйста, вот какие вы совершали в своей жизни поступки, это не только связано со спортом, поступки, за которые вы горды собой, вот прям думаете, я молодец, я это сделал. Так, надо подумать. У меня как-то все нейтрально, я не любитель каких-то крайностей. Ничего себе. Тогда вопрос про поступки, которыми вы не горды. Есть вещи, которые я, скажем так, сожалею. Мне, возможно, по-другому надо было поступить, или где я не успел среагировать. Я шел на встречу на одну, и решетка, ну вот забор. Вижу, какой-то мужик возится, кепка строительная, желтуха это, работяги где-то, и какие-то хлопки. Вот, я думаю, с этого гвозди что ли забивает. Вот, и потом вижу, у него в руке пистолет. Вот, и он в кого-то там стрелял. То есть у меня инстинктивное желание, я не успел среагировать, поскольку рука вот так у него торчит в решетке, его быстро зафиксировал. То есть у меня моей реакции не хватило. Дальше. Я еще немножко не успел среагировать. Дальше. Я еще доброволец, скажем так, Лиза Алерт, ну такой перманентный, есть, который по поиску пропавших детей, людей. И чтобы просто так не бегать, я периодически отслеживаю их форум, читаю. Если рядом с Лосиным островом, где я бегаю, тренируюсь, люди пропали, вот, и я как бы распечатываю и бегаю, как бы ищу человека. Вот. Чтобы зря напрасно не бегать. Вот. И я один раз, то есть я добежал до болота, и не хотелось ни вокруг него бежать. Думаю, грязный и прочее буду. А вот кого я искал, мальчика, потом нашли через неделю. То есть, ну, уже труп нашли, естественно. Вот я жалею, что надо было себя заставить все-таки бежать вокруг этого болота. Есть вещи, где я себя где-то не дожимал, не дозаставлял, или не хватало моей вот какой-то готовности среагировать и поступить более эффективным способом, как того требует ситуация. Вот. То есть есть такие вещи. Хорошо, следующий вопрос. Какое у вас среднее артериальное давление обычно? Я периодически меряю, где-то у меня верхний у меня чуть-чуть повыше, по-моему, 130, а нижний 70-75. Вот, средний пульс. В связи с размером. А группа крови какая у вас? Первоотрицательная. Пульс средний 40-42, рекорд ниже бывает, крайне редко. Это спокойно 40-42, да? А на там темпе, допустим, 6 минут километра. Сейчас по ровной дороге не под снегом, не будет снега, не девятка. Удар 115. 115, да? Такой низкий пульс, да? Ну, это первый час. Вот, когда я в хорошем форме не соревновался, через 3-4 недели равномерных тренировок, я такой пульс ну, часа 3-4 могу держать. Раньше вы выше пульс кардиока начинали или не замеряли просто? Я сразу стал замерять. То есть я мгновенно купил пульсомеры. Да, я наоборот с увеличением продолжительности моих тренировок я все более и более просто тренируюсь. Пульс понижается все равно. Какой был пульс в начале, то есть когда первый марафон еще не пробежали, там 100 дней, там, если вы тогда готовились? По-моему, у меня был 44, что-то такое, у меня сразу было. Ну, это покой, понятно, а имею в виду, ну, когда бежите, там, 140? Нет, высокий, конечно, был, 145, 156, сейчас я на этом пульсе не,
там бегал по 6 минут, конечно, был более высокий. Ну, возможно, еще за массу. Снижается тренированность, да? Да, конечно, конечно, тренированность снижается. Ударный объем сердца растет, и тренированность, и экономичность растет. Я раньше бегал, как, не знаю, там, слон потом обливался, по литр воды в час мне нужно было. А сейчас я 8 часов пробежал на 1,5 литра в субботу. За 8 часов всего 1,5 литра воды выпил и съел 3 геля. Но я бежал за человеком, который трех- или четырехкратный бронзовый чемпион, бронзовый призер чемпионата мира по рогейну, он за эти 8 часов 100 миллилитров воды выпил. У него такой экономичный организм. Олег Калинин. То есть есть куда еще расти. Вопрос. У вас уже, посмотрите, у вас потребность психики такая, вот постоянно вот достигать чего-то, ставить себе целью. Вот, откуда это все? Вот бывает такое, что уже проснулись утром, и сегодня ничего не будут делать, вообще никаких победок, просто. Я про это просто не задумываюсь. Ну, это напрасно. Нет, ну вы когда-то были ребенком нормальным, да? Сейчас это спрашиваю. Не сделали там. Я часто это спрашиваю, но я просто никогда про это не думал. Как, у меня нет никакого самокопания, то есть у меня как-то, я думаю, что это все-таки инстинкт, что-то иррациональное. То есть я встал и побежал. То есть у меня вот этой фазы, вот как бы, размышления нет. Не, не то, что размышления, просто ничего не делать. Вот тот день. Не писать, там, не бежать, вот ничего не делать. Сериал, я не знаю. Если сериалы бывает скачиваю, тоже смотрю. Вот. Когда я бывает в суде сижу там в очереди, то есть на iPad смотрю, скачиваю. Это что мотивирует? Не, просто хочется, да? Просто хочется, чтобы вот так ставить цели и достигать. Что это на это? Чувство удовлетворения? Ну, это просто какая-то потребность неосознанная. То есть я не знаю, почему. То есть я не могу как бы объяснить, почему мне надо. Я же говорю, мне худеть не надо. То есть от чего-то я не убегаю. Просто нравится все. Дмитрий, у вас есть семья, дети? А это мое третье направление, я не отвечаю. Просто не вопрос. Чтобы понять, сколько он посвящает, все равно уже приходится и семье. Как вы умудряетесь вот так время совмещать? Совмещаю. Ну, с этой точки. 8 часов. Ну, совмещаю. Дима, как профессия интересна? Во всем, что делаете. Какие-то качества вы можете применить? Ну да, в первую очередь, я, скорее всего, моя. Да я даже был у Василия Парникова, я тоже недавно смотрел, ты сильно заряжен на соревноваться. И в суде вот действительно привычка суда, что там ты или выиграл, или проиграл. То есть вот это вот есть. То есть вот судья стукнул молоточком. А по арбитражам или по общей юрисдикции? И арбитражи, и общей юрисдикции. Вот. То есть вот это есть, что там есть или выигрыш, или проигрыш. Что, ну, ты именно концентрируешься на результат, должен приложить максимум усилий. Вот. Ну, вот это, скорее всего, уж немного помогает. А наоборот, бег в юриспруденции помогает? Бег в юриспруденции? Ну, я думаю, прямой причины следственной связи нет. То есть ничего. Какое-то общее. Может, быстрее от метро до суда доверять. Интересен вопрос финансирования. Все равно вы начинали, понятно, на свои средства, а потом это привлечение спонсоров или. Нет, спонсоров нету. В России это не развито, и у меня. Вот. Все-таки много стран, и приходится как-то бюджет. Приходится зарабатывать. Ну, не, у меня есть дела, которые, естественно, проигрыш бывает разные задачи, то есть. Ну, просто. А есть такая задача, вот выбежать марафон из 2:50? Не, есть, конечно. Это я и Василию Парникову пообещал, 2:48, во всяком случае, мне хочется пробежать. И я знаю, что себе нужно приготовить, чтобы этот результат сделать, как пробежать. Вот, то есть это для меня такая достижимая цель. А что больше нравится, ультрамарафоны бегать или трейл-раннинг? Вот что больше возбуждает? Я переключаюсь. То есть у меня есть три основных направления, чтобы, опять же, поддерживать мотивацию, не наскучило. То есть я один вид спорта на год себе делаю главным, другие два вспомогательные. То есть это очень существенно для меня разный подход.
То есть вот целевые старты, вот на этот год у меня был главный трейл раннинг. На втором месте стояли марафоны, на третьем месте для меня рогейны. То есть на рогейн я могу там, не знаю, себе позволить отменить. Да, это спортивное ориентирование. То есть, ну, опять же, ультраспортивное ориентирование от 4 до 24 часов. То есть это спортивное ориентирование, но долго бегать. И опять же, главный вид спорта у меня старты эти международные. Вот. То есть это международные старты. А то, что у меня на втором месте, вот на этот год марафон и рогейны, я бегал то, что рядом с Москвой. То есть я специально никуда не поеду. К ним они включены как длительные тренировки, я на них не сильно выкладываюсь. То есть я могу гели на них не взять там. Вот, то есть вот так. А на каждый год в прошлом году у меня трейл раннинг был на втором месте. То есть я формально набирал очки вот, для того, чтобы бежать UTMB. Рогейны был на первом месте, я готовился к чемпионату Европы. То есть я хотел их пробежать. А марафоны для меня вообще были незначимые. А в этом году марафон вышел мне на второе место, и я их поэтому стал бежать 3.01, 3.02, стал выкладываться. А в прошлом году, по-моему, у меня самый быстрый 3.15, 3.11. То есть я именно переключаюсь, поскольку, опять же, нужно сохранить мотивацию. То есть смежные виды, вот, перейти. Что-то одно, если заниматься, быстро надоест или будет выгорание. Вот. Нельзя к этому подойти. На следующий год я опять же составлю трейл раннинг и марафон на втором месте, а рогейн тоже на третьем месте оставлю. То есть пока его не буду на первом месте носить. Понятно. Скажите, а как вы себя мотивируете, вот если, например, у вас там кто-то заболел во время бега, вы там устали, ну как же не можете бежать? Вот что вы там себе можете говорить или там представляете, или что? Ну, во-первых, я всегда анализирую, если что у меня заболело. То есть я думаю, это причины. Поскольку есть, опять же, это всегда тонкая грань. Если ты будешь бежать заболевший, ухудшишь ли ты себя и превратиться в эту травму, или это какая-то психологическая там хилость, вот слабость воли, которую нужно перебороть. Вот, опять же, с опытом, вот эта граница все четче, ты понимаешь, где ее не перейти, где ты ее переходишь и можешь себя поломать. Вот, или где ты, если ее не переходишь, то все это есть слабость воли, и ты себя ухудшаешь, то есть ты сдался своему организму, не смог себя заставить. Вот как заставить вот эту вот слабость боли? Понижать нагрузку, то есть до приемлемой. Я когда рационализировал свое питание, то есть я постепенно повышал эффективность, я на месяц какой-то тип питания исключал. Исключал, заставлял себя, заставлял. Если через месяц мне хотелось это опять же есть или пить, я его опять в рацион возвращал. То есть нужно начинать с посильного. То есть я очень сторонник мелких постепенных шагов, вот, действовать по мелочам, то есть начинать с более с легкого, с простого. 500 рублей будет лежать, вы поднимете их? Подниму. Вот. А 10 копеек? Нет. А у меня есть специальная баночка, и я всегда, если 10 копеек, я их поднимаю, и через год я считаю, у меня там от 300 до 500 рублей накапливается. То есть я 10 копеек рубли поднимаю, то есть я всегда наклоняюсь. Вот то же самое должно быть в спорте. То есть должны быть мелочи. А вот это можете тоже взять на вооружение. По курсу принципа. Будет рукой валяться, подбирать. Я всегда подбираю. Вот. То есть вот это вот из таких мелочей и складывается, то есть, результат. Там секунду сэкономил, там минуту, там лишний километр пробежал. И все. Когда вы сказали про питание? Вы сказали про питание. А как вы к этому пришли, соответственно, и что сейчас в вашем рационе? Ну, я в моем рационе, ну, первое, что я для себя это исключал как бы кофе. То есть я был очень большой фанат кофе, то есть я сильно люблю латте. То есть у меня день без кофе не читался, у меня полгода ушло на борьбу победить исключить кофе. Кофе увеличивает пульс. Он просто увеличивает пульс, и когда на соревнованиях уже ты хлопаешь там гуаран или кофеина я использую, вот, чтобы стену проскочить или чтобы не спать, когда суточно бежишь в стадии или трейла, то больше эффект.
Вот. Плюс постепенно, то есть для меня слово «вкусная еда», как бы слово «вкусное» в отношении к еде ругательное и отрицательное. То есть еду нужно воспринимать нейтрально. Это набор белков, жиров и углеводов. Вот. Опять же, это существенные затраты времени, если рационализировать и найти 2-3 часа там, на тренировки, на что-то другое. То есть я помидорку не разрезаю. То есть я ее беру сразу целиком, ее помыл и съел. Вот, то есть, я огурец не режу. То есть никогда ничего ей не приготовляю. То есть у меня есть только термическая обработка пищи. То есть, опять же, освобождение времени и здоровья. То есть я вообще не готовлю. То есть блюд у меня никаких нету. То есть, и к этому я приходил, постепенно себя отучал. То есть где-то 2-3 года у меня ушло на перейти на такой рацион нейтральный. Нет, отучил себя. Вот. Сейчас, если приходится по деловым встречам, я беру или стакан воды себе, или зеленого чая. И все. Вот. То есть это такая существенная, мне пришлось именно что 2-3 года бороться, что это, ну, в обществе это целый такой большой пласт культуры, вплоть до чего, до сакрализации пищи в религиях, то есть там это есть вот это нужно, это вот это. Вот. То есть, и это существенный пласт, который мне высвободил очень много времени. То есть у меня одна тарелка, одна вилка, одна ложка, одна кружка. То есть мне даже я часть посуды это просто отдал. Чтобы... А мясо вы едите? Ем, да, готовлю в пароварке или варю. А говядина или курица. Печень еще покупаю. То есть белок нужен, да, желудку. То есть получается, что готовите. Термическая обработка пищи я не готовлю. Вот. То есть если я к вам приду в гости, приправами не посыпать. Ничего не нужно резать. Это, если вы бегите 5 километров, порадуйте меня, чем вы сделаете ту же салат. Это к вопросу, вот как вы находите время. Я за счет, в том числе, этого нашел время. А из углевода что вы едите? Из углеводов, если мне сильно хочется сладкого, но дома у меня лежит самое сладкое, что это финики, изюм, мед. То есть я 2 раза в год, медовая ярмарка проходит в Коломенском, я 2 раза в год туда езжу и закупаю здесь. То есть я сторонник фруктозы. Если так, так оба сторонник, я могу, в принципе, что угодно съесть, то есть у меня организм переваривает. А вот так вот, допустим, паста или рис, или гречка, вот из этого что как бы? А, каши ем. Нет, ну а что вот из этих вот 3 вещей вы считаете там лучше, хуже, там эффективнее? Ну, конечно, каша, то есть зерновые продукты. Да, особенно гречная каша, там наиболее высокое содержание протеина. Вот, чечевица на 2-м месте. Смотрю, где больше протеина, и вот так ранжирую. А из жиров, например? Жиры специально про них не задумываются. Они так сами по себе везде есть. То есть и в организме их много. То есть сколько они наедятся сами, ну, значит, сколько наедятся. То есть я думаю насчет протеинов и углеводов только. И все. А какой у вас любимый фильм? У меня нет любимых фильмов. А книга? Книга когда-то была любимая. «Мастер и Маргарита». То есть я раз 10 перечитывал. Ну, это давно в юности было, 15 назад. Дмитрий, а кушаете по расписанию? Гибкое расписание. Я переходил на жесткое расписание. Это неоправданно. Опять же, пришел к тому напряжение воли. Вот. То есть, ну, себя заставлять по этим часам и считать, что не критично. Организм настолько гибок. То есть у меня есть, к примеру, обед. Я должен поесть там, не знаю, с 12 до часу. То есть не критично, насколько я. То есть нет такого, что на 12 я должен как бы сесть. И даже в силу особенностей профессии я не очень могу себя контролировать. Если бывает судебный процесс зашел в 12, то ты можешь там в 2 выйти, а можешь через 15 минут выйти, если он отложится. Или на какую-то встречу. Поэтому у меня в основном такой гибкий график. А в большей степени даже у меня там утром особо не потребую обед. У меня привязан как бы перед тренировкой и как бы после тренировки. Вот здесь я более не думаю. Вот. И съедаете какую-то набор заданной граммы? Приблизительно, поскольку я считаю, что внутренние ощущения, они могут быть как и правильные, как неправильные. Вот. Поэтому я смотрю по ощущениям. Хочется мне чуть больше мяса, я съем больше мяса.
Вот. Но если мне хоть захочется, например, допустим, торт, хотя мне уже этого не хочется, я его не буду есть. То есть я знаю однозначно, что торт вреден. Там большой процент жира, это кондитерское изделие. А если мне захочется, там, не знаю, второй кусок там, курицы взять, то я разрешу себе взять. Вот в рабочем режиме, то есть это нужно с собой еду постоянно? Нет, я с собой ничего не ношу, зашел в магазин, купил, сгрыз там, и все. Банан или молока выпил. Вот. Продукты, которые вы считаете вредные, вот кроме кофе, что еще? Любое, что жирное и сильно сладкое. То есть, ну, соленое. Ну, соленое что, огурцы вы посолите? Ну, там те же самые, например, там консервированные продукты. Там те же самые соленые огурцы. Я не отношусь к предубеждениям консервированным продуктам. Ну, там зеленый горошек себе купите. Ну, обычно здоровье, соленое, угрозу. То есть, смотрите, я ем что-то такое односоставное. То есть, еду не приготовляю специально, то есть, ее не смешиваю. Вот. Консервированный я тоже могу купить. То есть нет вот этого. Хотя бы уж в идеале что-то на другой уровень перейти, там выращивать специально за зеленый. У меня пока нет. То есть у меня это совокупный фактор. Высвободить здоровье плюс высвобождение времени. Вот. Поскольку еда, тратить время на еду, это само по себе уже более, когда она как ритуал, какое-то эстетическое удовольствие ты испытываешь там. Красиво разложено, красиво лежит, и даже за счет этого дополнительно человек лишнее и наедает. Так вот о здоровье. Когда вы последний раз болели? Ну я в принципе вообще не болел, я всех удивляю. Когда последний раз? Ну, у меня бывает насморк только зимой, когда я ошибусь, легко оденусь и мороз. То есть у меня кроме насморка никаких заболеваний не было. Ну, лет 10 назад у меня зуб здесь слева один выдрали, и все. Ничего не а проблемы со здоровьем, связанные с бегом, были? Травмы были. Лечил понижением темпа, но надкостницу я не смог вылечить из-за надкостницы, из-за того, что я ушел с асфальта и стал трейл-раннером, стал ходить бегать по горам. То есть я не смог победить надкостницу. И вот ахилл мне повел. Вот так. Поэтому я из-за этого отказался в 2010 году. Проиграл спор, на 100 километров я поспорил с другим ультрамарафонцем, что мы на чемпионате России устроим с ним дуэль. Но у меня страшно заболели ахиллы, то есть у меня нагрузки не выдерживали, а нужно готовиться к асфальту бежать. Поэтому я ушел с асфальта. Беговые, да, есть у меня пределы. А сколько у вас близких друзей? Очень много. Ну, сколько? 10 человек? Ну, не знаю, я не считал их. Ну, большой пласт друзей. Ну, если кататься с целью, можно... Вот на Эльбрусе мы жили в одной бочке целую неделю. То есть там на 3800 стоят вот бочки. Вот эта неделя вместе, вот с кем я прожил, то есть они близкие друзья на всю мою жизнь. Хотя вот одна девушка, она, точнее даже две девушки. Одна из Сочи, а другая в Адлере живет. И вот я их неделю всего прожил с ними, я их вот только через интернет, там общаюсь через Facebook, и они мои близкие друзья, хотя я их всего только неделю видел. Вот, поскольку, смотря в каких обстоятельствах ты живешь, или пробежать с человеком Рогейн. Рогейн — это командная гонка. Вот, и когда ты вдвоем бежишь вместе 24 часа, это тебя настолько сплачивает с человеком, что ты с ним одно целое. Как он бежит, как ты бежишь, то есть когда вот это командное ориентирование. Вот, то есть это уже дружба другого порядка. И вот, наверное, трейл мы участвовали, когда мы все вместе приехали. Вот, тоже дружба. А какие вы ставите цели на ближайшие 5 лет? Я так далеко не планирую, поскольку... На 2 года. Нет. У меня есть, опять же, вероятностное, то, о чем я собираю информацию, я привел пример про Плодопу, Тарана, там, не знаю, переплыть тот же океан, про Ironman я собираю информацию, тоже Норзимен, вот, про Ультрамен. То есть у меня есть просто направление сверхвыносливости, где я думаю, где я читаю. Если там пришла ссылка, я могу ее открыть, ролик в Ютубе да, посмотреть. То есть есть направление, а цели я ставлю только на год. То есть где-то декабрь, ноябрь,
я из того, что у меня за год накопилось, какие у меня есть желания, хотения, и я на год раз себе распланировал цели. То есть я в пределах года ставлю себе. Расскажите про планирование вообще подробнее. Это все-таки на год, по неделям, по дням, по месяцам? По 3-4 месяца. То есть у меня старт есть основной. Все удобно. Основной старт у меня весенний. То есть весенний сезон, апрель-май. То есть как бы такие главные старты. Потом я опять немножко отдыхаю, набираю форму летнюю, которая более сильная форма, поскольку летом легче тренироваться, чем зимой. И есть у меня осенняя серия стартов, где я реализую летнюю форму. Плюс немножко я с другими стартами на стартах добираю ноябрь. То есть вот такой цикл у меня. Ну, а так от другого вида планирования с работы связано, у вас своя компания тоже, да? Да, естественно. Чтобы больше бегать, пришлось лучше бы начать работать, вот, эффективнее начать, чтобы высвободить свое время. Вот, в том числе, потому что меня, может, даже немножко забыл уже, но если ты не босс, я, ну, не знаю, наверное, тяжело тренироваться. Потому что если все время еще там, ну, там четко знаешь, там, где ты должен приходить, или там тебе может кто-то сказать, а вот ты сегодня там сиди там до 10 вечера работаешь. То есть, может, я даже из-за того, что лучше тренироваться, стал лучше и больше работать. Вот. То есть так. Поэтому график работы, конечно, лучше. Планы на день пишете? Нет. Напрасная трата времени. Когда я еще был студентом и каких-то куча этих книжек читал про тайм-менеджмент, и еще, ну, для меня это не оправдано. Вот. Лучше вместо написания плана сделать какое-то другое действие. Каким-то образом для вас, вот, просто для меня, как для новичка, это влияет. Всего 3 летних месяца в году в нашей стране на тренировочный план для вас это влияет, я имею в виду, отличается от тренировки январские, вот там и июньских. Ну, отличается, да, конечно. Ну, как влияет. Примерно по квартально вот, ну, фаза тренировок у вас? 2 раза. То есть зимний месяц у меня, ну вот этот, скажем так, зимний месяц 400 километров, летний месяц у меня в среднем по 850 километров, то есть 2 раза, конечно. И я зимой делаю 1 месяц полный отдыха, чтобы психологическое напряжение сбросить. То есть я, ну, практически не бегаю, может 3-4 раза выхожу в неделю километров 8-10. То есть обычно это или ноябрь, Здесь ты не набираешь объем. То есть я в мае пробежал 715 километров, 900 за июнь. То есть, ну, я соревновался немножко. Вот. А в августе у меня уже было 409 километров. Из них было 2 соревновательных. 150 на аэротрейл и 119 на ТДС я пробежал. То есть, да? А чем пользуетесь, чтобы эту статистику? Excel. То сначала тоже пользовался Polar, у меня был Garmin, но на себя одеть, потом снять, скачать, это 5-6 минут. То есть это можно пробежать 1 километр. То есть на месяц 30 километров набираться. Когда я был новичком, это для меня была обратная связь, плюс дополнительная мотивация. Когда что-то начинаешь считать, ну, начинаешь чуть больше этого делать. Вот. А потом мне это постепенно превратилось, ну, как бы, как перестало быть нужным. То есть я промерил все дистанции рядом с домом, то есть я знаю там с точностью до метра. Я 3 года бегал, смотря на пульс, то есть я свой пульс плюс-минус удар могу на любом темпе назвать, я его уже чувствую. То есть и тренировки, то есть я настолько все стабилизировал, устаканил у себя, что мне, ну, не нужно. Поэтому я в статистике просто, у меня экселовская табличка, дата и сколько километров. Только километраж я подсчитываю, все. Я пришел и записал. То есть я уже ничего не отслеживаю, кроме количества километров. И то у меня привычка, потому что в нашем клубе, где я состою в беговом, а RC, Internet Running Club,
мы записываем, кто сколько пробежал. Может, если бы я не записывал, мне бы оно тоже бы отвалилось бы. Там и дальше бы есть ваш счет. Вот. То есть вот так. А в морозы как дыхание защищается? Нет? Я на низком темпе. То есть поскольку все-таки зима базовый период, нет скоростных тренировок, я не делаю интервалов темпов, то есть нет глубокого вдоха, чтобы там верхушки легких поморозить. То есть я не защищаю никак. Вот. И когда сильные морозы, я бывает бегаю просто по ступенькам у себя в подъезде. Могу до спортзала дойти, до фитнес-зала, там час походить на беговой дорожке. Я не бегаю на беговой дорожке, чтобы не испортить паттерн движения. Я на ней хожу, выставляю максимальный угол, чтобы функцию нагрузить, именно функцию поддержать. Могу на велотренажеры покрутить, гребной тренажер там 15 минут. То есть именно функциональность, не сам бег, не испортить. То есть вот, вот так. То есть зима все-таки это какой-то другой суррогат. А вы позволяете? Нет. Я считаю, что опять же, под воздействием тренировок, вот эта сопротивляемость организма к холодным температурам, она сама по себе тренируется у спортсмена. То есть нет нужды закаливаться. То есть она есть сама по себе появляется. И опять же, это неоправданные траты энергии и времени. До нее же нужно дойти, нужно себя расставить. Хотя я себя проверял и ездил, у меня есть товарищ, который прыгает по ролик, я два раза с ним ездил, он себя прыгнул, вылез из нее. Вот. И они мне берут, и можешь даже в этот будет. Вот когда православных, как на крещение я ездил. Ну, я как бы именно с физической точки зрения смогу ли я, ну, я смог. А питание вопрос еще. Чем руководствуетесь? Только своими ощущениями, какие-то книги, методики и дополнение к этому? Меняет ли вы свой рацион в случае травм? То, что я руководствовался, я читаю на этой теме. То есть в основном читал про аскетизм я читал. Вот что писали католические авторы. Все не смотрел вот эти монашеские ордена. Как они себя заставляли голодовать. Вот. Ну и опять же, чисто не с религиозной точки зрения, не с богословской. Вот, про буддистов еще читал, вот как они себя тоже меняют там рацион. А чем восстанавливаете? Меняете питание, если в случае травм, каких-то беговых травм восстанавливаете? Когда я понижаю объем, я наоборот пропорционально понижаю питание. То есть я наоборот тренируюсь быть голодным. То есть если я травмирован, я наоборот не себя сильнее в питании зажимаю. Когда я на полных объемах, я себя не лимитирую ни в количестве еды, ни в калорийности, ни в структуре. А еще что восстановление? Ну, восстановление, поскольку травмы беговые, основной средств восстановления, самое первое, если какая-то проблема, это понижать темп, понижать километраж. То есть пока мне это выручает. Да, снижение нагрузки. То есть это вот даже бежите марафон, что-то у вас там заболело, левая пятка, желудок, тошнит на соревнованиях. Понижайте темп. Это самое первое лекарство снижения темпа. Все. До приемного. Когда прошло, можно темп поднимать. То есть вот основное средство борьбы с травмами или еще с какими-то вещами. А химии в узком марафоне вообще нету, да? Химия есть. Я не принципиальный противник какой-то химии. И я даже для себя экспериментировал, то есть, ну, какие-то базовые вещи я проверял, там, ну, сердце укреплял, кардиопластырь принимал, милдронат, вот, рибоксин, пробовал гипоксин, гепатопротекторы, но как-то жесткой причинно-следственной связи между результатом и чего-то улучшением я не нашел. Вот. В итоге я постепенно убрал всю химию, и когда какие-то совсем пиковые нагрузки, я добавляю витамины. И то на август. Август поможет. Август не сделает плохо. И все. Считаю, что в принципе правильное, сбалансированное, хорошее, качественное питание, оно решает там, ну, там не буду говорить там 95, ну пусть там 90-95 всех проблем перекрывается. То есть, вот, если, вот. А остальное уже что-то добавление.
Самую качественную еду, которую я ел, это когда был в Новой Зеландии. То есть там настолько вот и экология, и когда вот как они вот это выращивают, что там даже опасно есть. Потому что все, что ты съел в Новой Зеландии, ты потом нигде в мире не захочешь даже попробовать. Там на одном, не знаю, на масле и молоке можно там трешку за 9 минут бежать. Реально гадость. Вот. Сравнить с Новой Зеландией. Вы упоминали какие-то гели, это что такое? Гели углеводные. Я в основном швейцарский, немецкий, сейчас французские мне понравились. Поскольку, когда бежишь, и не хватает углеводов, в первую очередь, самое эффективное питание – это углеводы. И одно из лимитирующих факторов – это скорость усвоения углеводов из желудка. То есть, там, не знаю, всасывается там, 1 грамм там, за 5 минут. Если съесть там кусочек сахара, он там сосется там 10 грамм, то есть у него одна скорость. Вот. Если там изюм съесть, он там будет перевариваться час. Вот. Если съесть гель, то он переваривается там за 3 минуты. Вот и все в целях повышения эффективности. Какое-то специальное питание? Да, специальное спортивное питание. А химическое или натуральное? Ну, я сейчас так не могу точно, я про это не думал. Еще работает, то есть не отрава. Работает. То есть гели едите и на тренировках, и на марафоне, естественно, да? На тренировках я не ем. Нет, да? Нет. То есть я, к примеру, в обычной жизни колу я не пью, а на соревнованиях я ее пью. То есть, потому что соревнования, тренировки, это вот для меня такой любимый кусок сала. Я свинину вообще не ем, оно вредно, но я взял на соревнования. Я с точки критерия эффективности подхожу, прежде всего. Вот. Питание – это такой существенный пласт, базовый, который нужно учиться, в котором нужно работать. И постепенно вы будете чувствовать свой организм, вот когда начнете, как бы сказать, какой бы глагол, оздоровлять свое питание, то вы там потом кусочек свинины съедите, и через неделю вы будете чувствовать, как вы бежите медленнее, этот кусочек. Вот эта чувствительность вашего организма ко всему будет постепенно повышаться и вот так. Но в этом направлении нужно посмотреть. В чем такое отличие свинины от говядины? Ну, более жирная, более тяжелая. Я ее называю тяжелая. Ну, из-за жирности или еще? Из-за жирности. В говядине больше железа. То есть это говядина и говяжья печень, это друг бегуна должно быть. Это самое первое основное мясо, то есть гемоглобин. То есть это в первую очередь гемоглобин. Не надо с жиром бороться, выводить его с организма, то есть дополнительные затраты на печень и прочее. Вот. Поэтому насчет питания, вот как, какой глыба тренировки вы думаете, другая глыба должна быть такая же стоять, это питание. Третья глыба – это восстановление. Это восстановительные мероприятия, ну это уже, я сам основной – это баня. Баня, уже массаж, какие-то вот такие вещи. Вот. Уже вот здесь можно думать. Ну, сюда я также отношу там кроссовки и еще какое-то такое снаряжение, куда пласт таких нюансов. Потому что можно из-за кроссовок не отбежать. Бывает, завязываешь шнурки неправильно, шнурок развязался. То есть это уже снаряжение. Почему насик все ставить? Понравилось линейкой. И, может, даже в большей степени я привык. В 2006 году, по большому счету, только асик сидел более-менее нормальные кроссовки. А сейчас постепенно, когда рынок вырос, уже какие-то более-менее модели такие достойные стали делать. Может, какой-то даже, сейчас может даже какой-то элемент привычки. Хотя я вот купил себе Саукуни, и в них Рогин бежал в субботу. У Асиксов таких пока еще нету. У них очень агрессивная подошва, поскольку чтобы бежать по глине, по траве, по мокрой. Вниз у них есть боковой канг. Вот это шип, еще вот здесь сбоку шипы идут вокруг всего кроссовка, плюс подошва вибрамовская. Поскольку в ориентировании ты бежишь в рогейнах, и там по свалкам бывает, а вибрамовская ты там стекло давишь, там гвозди, то есть тебе не пробьют, то есть там кирпичи какие-то, там колючая проволока может попасть. Вот я уже в Асисе я этого не нашел, вот именно таких специально заточенных. Такие задачи кроссовки. Пришлось купить салкон ксудус или ксидус, они как называются. Вы о чем думаете, когда бежите, о чем не думаете?
Я думаю о слушая организм. Слушаю свой организм. И я пробовал тоже, я знаю, многие бегают с наушниками, то есть для меня это стратегически неправильно. Поскольку, может, до марафона еще можно бегать, но ты когда готовишься к ультра, ты должен включать организм, нервную систему, мозг именно к монотонии. То есть это монотония. То есть ты должен научиться себя слушать, контролировать организм, оценивать одну дистанцию вот, между впереди себя, как лучше пробежать, как эффективнее пробежать, как вот это все доводить. То есть музыка просто отвлекает. То есть она даже неосознанно. Я пробовал, ну, опять же, с точки зрения повышения эффективности, с аудиокнигами бегать. Ну, там что-то наслушаешь хотя бы за неделю там. Побегал 4 недели я. Вот. Что-то уже забыл, какие книжки я слушал. Но потом, ну, все-таки это влияет на бег. То есть, если хотите. Но это опять же, я не говорю, что это не нужно. Но стратегически, если идти куда-то дальше, идти длиннее марафона, то не слушайте ничего. На соревнованиях тоже? А, на соревнованиях. На соревнованиях еще хуже, наверное, зачем тоже. Ну, вы честны, я с собой разговариваю на марафоне. То есть мне там становится на 20-30 километре, и я начинаю говорить слово «двигайте ноги, двигайте», и обычно... Хорошее дело. Ну, как-то пытаюсь свое тело не обманывать, что нам еще предстоит много километров впереди. Но, тем не менее, я пытаюсь отвлечь там, дороги, слушая музыку или аудиокнигу. То есть постоянно на соревновании или на 50-километровом рогейне я не хотела постоянно слушать, что мне говорит мое тело. Я хотела отвлечься порой. Такого не бывает? Вы обманываете свое тело или вы чувствуете? Нет, я его, как-то сказать, не обманываю. Вот мое мнение, что у вас ваш физический порог еще вот есть какой-то пласт. То есть я, особенно в соревнованиях, до марафона я настолько быстро бегу, у меня уже нет там, ну для себя быстро, то есть я для себя быстро бегу, что у меня нет калорий и мысли даже про это думать. То есть я настолько вот сконцентрирован на дистанции, вот я, говорят, вот там бежали через Москву, даже последний московский марафон, у меня даже по сторонам у меня не было времени смотреть. Я для себя расслаблял, бежал вот, по 4.10, там 4.15. То есть я сконцентрирован на результат. То есть у меня нет возможности. А если бежать радийный, там кросс, то там не асфальт, я только подумал о чем-нибудь, все, сразу споткнулся, улетел, расслабился, рассеивание внимания. Это вообще невозможно, особенно на трейле. Там смотришь, не улететь, это, я думаю, невозможно. На асфальте еще можно. Расскажите подробнее про опыт последнего московского марафона, как пробежали, как готовились, как что понравилось, впечатление. Ну, я, скажем так, уже толстокожий. То есть вы станете толстокожими там, после 10-го марафона. Вот. Для меня уже вообще ничего не критично, кроме точности дистанции. Мне главное, чтобы организаторы измерили 42 километра 195 метров, чтобы было не больше и не меньше. Я не хочу, чтобы я меньше пробежал, это будут ложные результаты. Не хочу больше бежать, это тоже будут ложные результаты. Вот. Но я помню себя там, другим, когда для меня были более значимые там, другие факторы, в том числе там, не знаю, медаль, там, какое питание. Там. И я еще прошел суровую школу, я свою вот, медаль запустил. Показать этих московских международных марафонов мира, которые готовят настолько ужасно, что после них мне уже вот все остальное уже очень хорошее. Вот, то есть если специально не травить, если специально судьи не будут там вредить куда-то не туда отправлять, там будут куда-то травы, там вместо кели, там еще что-то там. Не туда отправлять, прецеденты были. Да. Были даже прецеденты, неправильным поворотом толпы. И с Москва-реки это там подсосали и стали бегунам. Я сохранил мотивацию, пробежал. Почему я и горжусь 6 медалей, я пробежал 6 этих марафонов, вот после них мне как бы все конфета. Какие мои новые мысли, вот я даже в Фейсбуке, возможно, читали у Евгении Румянцевой статью в «Правде». Вот. Последние слова о том, что мне не сказали спасибо. Вот там организаторы или еще кто-то.
А вот для меня, вот, особенно под воздействием французов, в которых я участвовал вот, в этом году трейлы, то есть волонтер такой же участник марафона, как же и бегун. То есть это его вклад в развитие спорта нашего, раз мы его выбрали, развитие марафона. И не нужно ждать от организаторов там, или от чего-то там, спасибо. Если мы пробежали, нам же организаторы не говорят спасибо. И для меня сейчас такое же участие, вот как пробежать марафон и поучаствовать волонтером в соревнованиях. Вот, вот это мои такие мысли. Но я сейчас стал думать так последние 3-4 месяца, особенно под влиянием французов. То есть, когда я думал, как они так получаются, что 10 тысяч у них бегут и 2 тысячи волонтеров, и все они слаженно действуют как один. Вот почему французы могут смочь так? Вот. И я понял, что увидел, что вот у них такой подход к волонтерству, такой же участник соревнований себе, не за деньги, не за какую-то благодарность. Вот как вышел я, пробежал 10 километров до себя, так же я вышел и подал воды. И вот когда все так будут думать, тогда будет как во Франции или еще где-нибудь. А вот эта система координат, то есть эффективно, неэффективно, она во всех направлениях жизни или только вот там в питании, в философии такая. Отсекать все лишнее, минимизировать. То есть бабушке место уступить в отходе? Бабушке место только если попросят. Потому что, может, ей нельзя сидеть. Предлагать не будете? Нет, я не предлагаю никогда. И женщин тоже не предлагаю. Я вообще, я у вас как так феминист, то есть для меня все равны. Феминист, блин. Я действительно считаю, что... это было больше и лучше для женщин. И опять же эффективнее. Мы бежали в Тумби. Женщина прибежала седьмой. Если нам с вами поставить задачу найти человека, который должен пробежать в Тумби седьмым по счету, а если бы женщинам запрещать бегать, то у нас этого человека не будет. То есть, ну если я, вот я в Лагейнах учал в том числе с женщинами, я, естественно, беру на себя рюкзак, я ее облегчаю, поскольку я сильнее, я выносливее, вот, бегу вместе с ним. Это, опять же, критерий эффективности, потому что она слабее, ей нужно помогать. Но я считаю, что абсолютно здесь не делю никакого возраста, должны и женщины, и мужчины участвовать наравне. И в том числе поэтому я в своих марафонах сделал абсолютный зачет, который я стал делать, что... это такой прогресс. И считаю, и когда я был в том числе в Америке, мне это очень сильно понравилось. Считаю, одно из стратегических, вот, как для государства, что американцы придумали, это вот освобождение женщины. Это очень существенный класс для общества. Женщины будут бегать. И я когда бегал по Центральному парку, там 40% бегающих женщин. И я мечтаю, что в Москве тоже это было не 3-5 каких-то хиленьких процентов. Друзья, нам, к сожалению, надо закругляться. Давайте еще несколько важных, у кого-то есть пару три. Да, именно те, кто не спрашивал лучше. Есть, кто просто слушает. Заключительный, может быть, там. А несколько заключительных. Один из заключительных, да, там, ваши советы начинающим, кто, может быть, только начал или думает начать бегать. Первое. Постепенность. То есть постепенность и больше читать. Это должен быть все-таки методичный подход. Вот. Будьте постепенные, постепенно, ежедневность. Пример, и вспоминать мой пример с мелочью. Вот, вот это вот вспоминать. То есть каждый день километр, полтора, вышел растяжку, сделал, там отжался, не можешь там пробежать, на велик покрутил. То есть это все. Помните про мелкие шаги. А многие почему и не начинают, или бросают, что ставят для себя пределы и говорят, вот я бегу в марафон, значит нужно бегать там 500 километров, там, как Ерохин, или как Волошин, или там, как Барзаковский, или еще как кто-то. Вот. И я знаю даже моих друзей, которых много ограничивают, вот, у меня там не буду называть, он если не, не выбегает из трех, он сходит. То есть бег это не самолет, что там или опоздал, или улетел.
Вот. Или не выборы, там, не набрал 50%, все, значит ты не прошел. То есть это именно вот эта постепенность. То есть у бегуна цвет любимый должен быть серый. Не должно быть этого черного или белого. Ну, выходить на 1.5 километра. То есть сейчас так мы не начали, если бы вот, ну, вернуться с тем багажом знаний туда, в 6-й год, через 3 месяца не побежали бы. Я бы его побежал бы сразу бы. Хотя бы 100 километров. То есть, ну, я все-таки прошел сильно долгий и неэффективный путь, поскольку не было информации. Был только один марафон и клуб RSC, спасибо ему, что я на него сразу набрел там какие-то месяцы. Вот. Вот сидит человек рядом с камерой. Спасибо, что у меня на московский марш-брошок выписал. Ты сам пришел. Пригласил, да. Ну я потому что ты напечатал на форуме, я пришел. А если ты не напечатал, в том числе и. Почему я сейчас здесь вам рассказываю, что в свое время, 3, 5, 7 лет назад, на меня кто-то тоже потратил свое время, кто-то мне что-то подсказал, кто-то написал. Это тоже мой вклад. Дмитрий, а с каким временем пробежали первый марафон? Какой результат был? 4.04. Да, 4.04. Как вообще получилось после марафона? Коробка была, 100 дней, не так много там. Очень сильно я восстанавливался, то есть меня сильно морозило, то есть у меня было еще в то время, я даже поехал, у меня было 50 рублей только, то есть у меня так получилось, что не было денег, вот. И мне был выбор, я с Нижнего Новгорода, я ехал на полном сушняке, там сключившись на полке, у меня температура была по 39, у меня был сушняк, у меня была жажда, не было ничего, у меня 50 рублей, или сока себе литр купить, но потом... бежать от метро Курская до дома, я живу в Гальяново на Щелковской, или не покупать, но я тогда еду на метро. То есть вот так, у меня потом восстанавливалось долго, тяжело, ноги болели и прочее. Угу. Вот, то есть у меня был такой тяжелый, ну была цель, я должен был стать ним, бежать, я сделал это. То есть считаете целесообразным подготовка за 100 дней, если есть цель, то нужно делать? Да. 100 дней это вот за глаза. Если нет никаких там каких-то дефектов, если вы не инвалид, вот, видите, вопрос только всегда только в голове. Только вот эти пределы головы. Вот. Но организм, он двусторонний уже на сосуды. Вы делаете и предел сдвигаете. Меняете предел в голове и подтягиваете свою физику, природу. То есть человек это двойственная природа. Вот. Друзья, мне кажется, на этой великолепной ноте.